Многоэтажные дома Люберец приобретают новый облик. В округе продолжается капитальный ремонт жилого фонда. Масштабные работы проходят в Томилине. Несколько домов микрорайона «Птицефабрика» изменились до неузнаваемости. Смотря на эти дома, никто и не поверит, что они были построены несколько десятков лет назад. Современный вид многоэтажкам птицефабрики придала новая фасадная плитка. На очереди к преобразованиям 28-й дом. В задней части здания рабочие уже завершили утепление фасада. Нашивается минплита толщиной 150 мм. Дальше облицовывается сверху плиткой. Дом 82-го года постройки. Значит, ранее в этом доме выполнялся капитальный ремонт кровли в 2016 году. Также по программе капитального ремонта здесь были заменены лифты. Тепла в своих квартирах жители высотки ждут с нетерпением. Больше всего на холод жалуются на первых этажах дома. У меня очень холодно. Они всегда говорят, что как-то слив идет сверху, и у нас поэтому батарея прям чуть-чуть теплая. Щели везде, дуло, везде крысы. Но сейчас вот закроют, мы прям очень рады, что это вот все так делают. Ремонт фасада проводят при любых погодных условиях, за исключением сильного ветра. Завершение работы намечено на конец декабря. А значит, Новый год жители этого дома встретят в тепле и с новым фасадом. Луиза Егазарян, Александр Моисеев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.